сейчас смотрим Access eSport, то есть киберспорт, как это работает. Как нужно выполнять определенные действия для того, чтобы компания с вами поделилась своей прибылью за этот день. То есть нам мы должны поддерживать жизнь этого ресурса, этой игровой площадки, которая приносит очень хороший доход. Так, я вхожу на эту платформу со своим ID, с паролем. Так, и иду на лобби. Кликаю лобби. Так, сейчас начинается игра, видите, 2 секунды, 1 секунда, и лайк. Все, игра пошла чья-то. Сейчас будет перезагрузка этой странички. Вот, и значит, до события, то есть до следующей игры осталось 4 минуты и пошли секунды. Что я должна сделать? Я должна выбрать за 20 Smart Picks, которые соответствуют моему статусу, сегодня их истратить. Я могу 2 раза по 10 или 1 раз за 20. Давайте я вам покажу сразу за 20, если я успею поймать, потому что игра заполняется, как правило, быстро. Вот, игроки разбирают свои Smart Picks, покупают. И вот, допустим, вот 20 я кликаю и подтверждаю вход. Бронирование успешно завершено для 20 Smart Picks. Начать набор. Кликаю «Начать набор». Здесь есть предложение «Автонабор». То, чем я пользуюсь. Можно самостоятельно набрать. 4 минуты достаточно времени для того, чтобы вот с правой колоночки есть игроки, цифра плюс, вы можете вот сюда их набрать. Но я этого не делаю. Я не очень люблю играться. Поэтому я пользуюсь автонабором. Кликаю «Автонабор». Все. Автоматически программа выбрала мне игроков. Это реальные какие-то игроки. Но играют роботы, играют игроки. В общем, тут нужно понимать, как эти игры вообще работают. Окей. Желающим поиграться и что-либо сделать здесь можно и самостоятельно набирать, изучать характеристику игроков. Здесь указаны их достижения, сколько они там что-либо сделали. Вот. Ну, в общем-то, любителям здесь будет интересно. Интересно, да, играть и получать за это деньги. И я обязательно должна нажать вот эту панель. Обязательно. Если я ее не нажму, то автоматически у меня купятся те Smart Picks, которые были следом за моей покупкой. И это если это произойдет, я могу даже не заметить. И это может быть и за 200, и за 100, и за 500. И я скажу больше, я когда только начинала, я сделала такую ошибку, и когда увидела, не могла понять, в чем дело. Так, сначала я нажму, чтобы опять не потеряться. Все, подтверждаю. Видите, 2 минуты осталось. Вот когда 2 минуты закончатся, мы с вами посмотрим, как пойдет игра, и сколько я выиграю сегодня я или нет. Вот. Вчера я выиграла 40 Smart Picks. То есть потратила 20, выиграла 40. У меня был выигрыш и 30, и 10. Вот, и это если я занимаю первое место. И посмотрите сейчас, как происходит игра. Она происходит буквально 1 минуту, по-моему. Будем это видеть. Это, в общем-то, войнушка с террористами. Как говорится, нужное дело, да, победим их хотя бы в онлайн. Ну, вот в правой колоночке вы видите моих игроков. И когда будет игра, здесь мы будем видеть, кто и какие военные достижения уже совершил. И они будут обозначаться в очках. Суммарно. Потом увидим в конце игры, смотрим, кто выиграл, а кто проиграл. Теперь потом мы посмотрим с вами, сейчас пока время идет. Вот, посмотрите, обратите внимание, вверху баланс. Мой баланс 5618 Smart Picks. Для информации, я 10 дней назад купила пакет за $600, и у меня было 6000 Smart Picks. И вот почему у меня за 10 дней под такой расход, казалось бы, за 10 дней должно быть только 200, правильно, если я 20 проигрываю в день. А у меня здесь
аж почти 400. Так вот, я уже вам сказала, что однажды я прозевала и не нажала подтверждение купленных SmartPix, и следом оказался игрок, который стоит, SmartPix, который стоит 500. И вдруг мне вот эти 500 раз, и я проигравшая была, и меня сняли еще эти 500. И сначала, когда я не поняла вообще, в чем дело, думала, какая-то ошибка, позвонила в компанию, мне объяснили мою ошибку. Ну, конечно, это мой фол, потому что нужно внимательно сначала изучать, как надо играть, а я начала путем тыков. Ну, окей. Ничего страшного, потому что у меня потом были выигрыши, все это перекроется, и я надеюсь, что и сегодняшняя игра, может быть, вдруг будет успешная. Вот вы видите, все, закончилось время. Вот, и сейчас на экране мы будем видеть игру. Испытание началось, видите, 3%, идет такое изображение самой электронной игры. Сейчас будет прямое видео, как это происходит, как играет. Окей. Музыку включать не буду. Просто понаблюдаем, кто в кого стреляет. Скажу вам честно, каждый раз разный сюжет. Когда я первое время, мне вообще было интересно все это смотреть. Всегда все новое. Нигде нету одинаковых помещений каких-то. Ну, в общем, на разных территориях происходят вот такие военные действия. Захват террористов, истребление их и так далее. Ну, в общем, короче говоря, войнушка. Обратите внимание, счет пошел. И у меня уже на эту секунду 64 общее количество, 64 победы, да, то есть это, наверное, поражение или цели, 64 цели, будем говорить, наверное, так. Ну, в общем, не важно. Важно это количество очков, которые вот у меня набираются. Лен, а ты можешь чуть-чуть ниже опустить экран, либо поднять? У тебя внизу под этим видео видеотрансляция, да, вот, твои позиции идут. То есть 1, 2, 3. Ты сейчас сейл 3-7 на третьем месте находишься. Да. А была вот буквально несколько секунд назад на втором месте. А, да? Да, да, вот это моя текущая позиция с правой стороны. Я вижу, вот да, это. Да. Ага. В общем, проигрываю. Ну, сейчас проигрываешь, это игра еще в процессе, поэтому может еще и победить твоя команда. Да, я позавчера у меня было такое большое количество очков, даже 146 или что-то такое. Я думаю, ну, точно на первом месте буду, а потом бабах, и меня убили совсем всех. Я оказалась на третьем. Ну да. То есть здесь мы, по факту, мы сами не играем. У нас есть программа. Да. То есть мы набрали команду, команда играет, а мы делаем ставки на наших игроков. То есть ставки на киберспорт. Да, да. Вот. И это одна из игр, которые сейчас есть в ближайшее время. Компания еще подготавливает другие игры, где мы будем также заходить на на эту же площадку, только выбирать еще там. Они обещают нам и футбол, и баскетбол сделать, и еще что-то. Будет все, много что будет. Да, и Dota 2 у нас сейчас готовится к выходу. И еще там планы большие, в общем. А это как раз игра Counter-Strike. Ну вот, видите, уже добавилось у меня там 90. Но судя по тому, как кто со мной играет, я так и останусь на третьем месте. Вот фактически игра идет немного времени, всего минуту, да? Ну, по большому счету, если нет времени, можно дальше. Ну, фактически все нажали и занимайтесь своими делами. А я так и делаю, я уже не наблюдаю за этой игрой, оно мне надо. Ну да.
Да, я поставлю ставки, хотя иногда интересно поболеть, да, посидеть, конечно. Поболеть. Да, на сегодня, можно сказать, работа выполнена, приходите завтра за деньгами. Да, это так есть, да. И здесь купятся очень большие деньги. Здесь можно зарабатывать и на, не только на вот этой игрушке, вот, на приглашениях большие проценты компания платит. Маркетинг хороший. Что там говорить? Приятно предлагать. Как у нас сейчас китайские команды. Да. Свыше 10 тысяч в день. Деньги. Да. Только по маркетингу зарабатывают. Угу. Это так. Ну вот, видите, все, видно, что я третья по счету, но я вам сейчас покажу баланс своих игр, историю своих игр. Все. Так, вот здесь есть баланс мой. Сейчас мне списалось там 20. Видите, SmartPix, я покупала все 20. Uh-huh. Но есть такая интересная фишка, каждый день и прибавляется, потому что мы делаем репокупки. Каждый день мы 30% опять вкладываем сюда же. Опять же в наши ставки. То есть не в ставки, а в общее количество SmartPix. Поэтому 20, вот 14 добавила, покупка продукта. Видите, написано покупка продукта, вот, вот, 14, каждый раз. А вот посмотрите приз, вот 40 вчера, 21 декабря, вот я выделяю эту строчку, вот я выиграла 40. Потом у меня были призы 30, видите, то есть я никогда не буду в пролете. Все, вот они, 30. Так, дальше еще. Вот еще приз 30. Хорошо, вам на русском языке. Не надо ничего тут голову ломать. Опять 30, видите? И вот 30. Сколько раз я уже выиграла, да? Так что... Ну да. Какие-то игры проигрываются, какие-то игры выигрываются. Да. Сейчас все, да? И вот эти вот еще... Последний. Вот, видите, я купила два пакета по 300. Но я купила одновременно, я просто покупала с разных карточек. С одной карточки за 300 и с другой за 300. Вот. И потом сразу начала. Вот я сейчас вам покажу 500. Вот они, 500. Видите, списали. Я захожу и думаю, игровой взнос 500. Как, откуда? Думаю, ошиблись. Сейчас буду звонить в компанию. И вот, вы знаете, я сейчас сюда кликну. Честно говорю, что я здесь не была. Сейчас я кликну сюда и посмотрю свою игру, кто играл и почему. Вот, посмотрите, видите? Конкретно вот. И я оказалась на втором месте. И в любом случае, если бы у меня был приз, мне бы прибавилось 750. Видите? Uh-huh. Вот. Если бы я выиграла. Но я так как... Я даже вообще ушла, и я даже не знала этого. Потом, когда начала изучать здесь офис, и думаю, почему 500? Думаю, что это такое? Позвонила в компанию, мне объяснили, я сказала, это мой фол. Значит, все, я просто не знала, как правильно делать. Вот и все, в принципе, вся ваша работа, действительно, это так. Завтра утречком включаю компьютер и вижу свои начисления. Но покажу только скриншот, а потом уже ты, Сережа, запишешь ролик. Вот скриншот моих начислений. Я купила пакет за $600, и каждый день мне компания за то, что вот я играюсь там 5 минут в день, мне вот выплачивает деньги каждый день. Каждый день. А подробности в следующем ролике. Причем это даже без приглашений, потому что в команде еще никто не купил пакет. Да, это так. Я первая. В субботу у меня покупает в моем первом уровне моя партнер. В субботу покупает этот пакет. И потом посмотрим, как от структуры пойдет. Здесь вот от реварды и так далее. Сережа, запишешь отдельный ролик. Да, все. Да. Все. Друзья, значит, подписывайтесь в компанию. Ссылочка на регистрацию будет под этим видео. И либо обратитесь к партнеру, который дал вам данное видео. Для регистрации вам нужно будет указать ID того партнера. А как регистрироваться, ссылка будет тоже под этим видео. Вот, на видеоролик «Как зарегистрироваться».